внимание. Всем привет, и в это время буду проходить игру под названием FNAF 3 часть. Погнали. Итак, вторая ночь. 12 часов. Начинаем со второй ночи играть. Да хватит мне уже звонить. Итак, пока ничего не происходит. Так. Hello. Так, нужно подальше... Ну, есть суть такая, нужно... Вот, только что был самый главный аниматроник, его нужно как можно дальше относить это с помощью вот этого вот... С помощью этого клавиши дальше Короче, отдалять его отсюда, вот, чтобы он ко мне не приближался, как сейчас. Прозвучало слово «хай», и он должен отдалиться на еще одну камеру дальше. Ну, то есть, где этот звук происходит. Надеюсь, вы поняли. Вот, но мне уже успел сломать аудиодевайс, и мне нужно как бы вот эту всю систему чинить. Вот, пока нормально. Пока тут и сиди. Ну, вторая ночь, она такая легкая, ничего страшного. Hi. На звук потише, я очень, на самом деле, боюсь этого аниматроника, он, блин, очень страшный. У вентиляции, наверное, точно! Ну тут и сиди, пусть он там и сидит на 10-й камере. Я не хочу его близко подпускать. Hello. Блин, меня все ломает. Долбал. Блин, он походу дело сюда пошел. Ой, куда? Так, он опять здесь. Эй, куда он пошел, Все, молодец. Тут и будь. А, что происходит? Что происходит? Пока он далеко. Уже что-то ночь слишком долго как-то идет, мне кажется. Hi. Пока можно посидеть, что-то там посмотреть, какие-то там контрольную работу свою посмотреть. Просто, ну, как-то скучновато. Сейчас так бы до третьей ночи досижу, надеюсь. Ой, Hello. Иди сюда. Все, спасибо. Я не хочу... Ну, пока я нормально держусь. Пока я держу его на нормальном расстоянии, на самой последней камере. Это очень хорошо. То, что... Нет, вентиляция. Блин, сейчас шагнет, сейчас ко мне пойдет. Нет, нет. Ну, когда будет музыка такая страшная, тогда уже можно паниковать. Ну, не паниковать, тогда уже можно что-то далеко. Сейчас я включу камеру, забаррикадирую вот это вот. Hi. Пока пусть он туда идет. Куда, сюда давай. Сегодня пройду только вот одну ночь, потому что я хочу... Каждая серия это будет посвящена одной ночи. То есть, например, сегодня прохожу вторую ночь, завтра третью там. Ну, это, к примеру, в следующей серии. Потому что в следующей серии, если вы соберете много лайков, тогда я выпущу следующую серию. Больше 5 лайков и новая серия. Давайте да, так вот договоримся. Так. Hello.
Потому что я в эту игру уже давно играю, как бы, ну, уже много раз в нее играл. В принципе, в нее умею достаточно хорошо играть. Поэтому... Вот так вот. Нет! Вентиляция. Ваш вентилятор не забыл. Давай же! Давай сюда, бегом, бегом. Хай. Все, хорошо. Нужно как-то эту камеру закрыть. Камеру как закрывать, я не знаю, вентиляцию даже не буду закрывать. Хай. Потому что я в этом не силен. Чё, не понимаю, почему у этого, кто это, Фредди, почему у него носик не пищит тут? Вот? Как в первых или второй части. Какая-то мусорка, что-то там помятое. Игрушечки какие-то. Так. Hello. Да, вот, все. Что там у нас вентиляция? Да, аудио. Ну, конечно, у меня аудио поломал. Как же? Оп. Знаете, как-то я уже скучновато, но с третьей, в третьей, на третьей ночь появится уже Фредди, который будет постоянно до меня доебываться. Но главное, просто его, на него не обращать внимания. Тут еще одного аниматроника нету, который частенько появляется, когда ты включаешь... Ну, когда ты вот эту плашку поднимаешь, вот такой аниматроник есть еще, я не помню, как он называется. Мальчик, по-моему, такой с шариками. Хай. Ой-ой, как проблема. Я же запереживал, что он не идет на сяту. Ура! 6 часов! Группа под конец так запереживал, потому что он все-таки на второй ночи как-то он что-то слишком быстро. Ну, как-то он перестал реагировать на голос, меня как-то запугало. Понятно. Ну, короче, как и договорились, третью серию пройдем, если вы соберете, ну, 5 лайков. 5 лайков, и новая серия выходит. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем привет, и вы с вами будут просмотреть игру под названием FNAF, третья часть. Погнали. Итак, вторая ночь. Я начинаю в вторую ночь играть. Итак, пока ничего не происходит, так. Hello. Так, нужно подальше, ну, есть суть такая, нужно, вот, только что был самый главный аниматроник, его нужно как можно дальше относить, это с помощью вот этого вот, с помощью вот этой клавиши, дальше Короче, отдалять его отсюда, вот, чтобы он ко мне приближался, как сейчас. Прозвучало слово «хай», и он должен отдалиться на еще одну камеру дальше. Ну, то есть, где этот звук происходит. Надеюсь, вы поняли. Вот, но мне уже успел сломать аудиодевайс, и мне нужно как будто эту всю систему чинить. Вот, пока нормально. Пока тут и сиди. Ну, вторая ночь, она такая легкая, ничего страшного. Хай. На звук потише, я очень, на самом деле, боюсь этого аниматроника, он, блин, очень страшный. У вентиляции, наверное, точно! Ну, тут и сиди, пусть он там и сидит, на 10-й камере. Я не хочу его близко подпускать. Hello. Блин, меня все ломает. Долбал. Блин, он походу дело сюда пошел. Ой, куда?
Так, он опять здесь. Эй, куда он пошел, Все, молодец. Тут и будь. А, что происходит? Пока он далеко. Уже что-то ночь слишком долго как-то идет, мне кажется. Hi. Пока можно посидеть, что-то там посмотреть, какие-то там контрольную работу свою посмотреть. Просто, ну, как-то скучновато. Сейчас так бы до третьей ночи досижу, надеюсь. Ой, hello. Иди сюда. Все, спасибо. Я не хочу... Ну пока я нормально держусь, пока я держу его на нормальном расстоянии, на самом последней камере. Это очень хорошо, то что... Нет, вентиляция. Блин, сейчас шагнет, сейчас ко мне пойдет. Нет, нет. Когда будет музыка такая страшная, тогда уже можно паниковать. Ну не паниковать, тогда уже можно что-то далеко. Сейчас я включу камеру, забаррикадирую вот это вот. Пока пусть он туда идет. Куда, сюда давай. Сегодня я пройду только вот одну ночь, потому что я хочу... Каждая серия это будет посвящена одной ночи. То есть, например, сегодня я прохожу вторую ночь, завтра третью там, ну это к примеру, следующая серия. Потому что в следующей серии, если вы соберете много лайков, тогда я выпущу следующую серию. Больше 5 лайков и новая серия. Давайте да, так вот договоримся. Так. Hello. Потому что я в эту игру уже давно играю, как бы, ну, уже много раз в нее играл. Я, в принципе, в нее умею достаточно хорошо играть. Поэтому... Вот так вот. Нет! Вентиляция. Должно вентиляцию не забрать. Давай же! Давай сюда, бегом, бегом. Hi. Все, хорошо. Нужно как-то эту камеру закрыть. Камеру как закрывать, я не знаю, вентиляцию точно перекрывать. Что я в этом не силен. Чё, не понимаю, почему у этого, кто это Фредди, почему у него носик не пищит тут? Как в первых или второй части. Какая-то мусорка, что-то там помятое. Игрушечки какие-то. Так. Hello. Да, вот, всё. Что там у нас вентиля? Да, аудио. Ну, конечно, у меня аудио поломал. Как же? Оп. Знаете, как-то я уже скучновато. Но на третьей ночи появится уже Фредди, который будет постоянно до меня доебываться. Но главное, просто его, на него не обращать внимания. Тут еще одного аниматроника нету. Частенько появляется, когда ты включаешь. Ну, когда ты вот этот плащ поднимаешь, такой аниматроник есть еще, я не помню, как он называется. Мальчик, по-моему, такой с шариками. Ой-ой, как проблема. Я же запереживал, что он не идет на десятую. А, ура! 6 часов! Группа под конец так запереживал, потому что он все-таки на второй ночи как-то он что-то слишком быстро. Ну, как-то он перестал реагировать на голос, меня как-то испугало. Hello. Понятно. Ну, короче, как и договорились, третью серию пройдем, если вы соберете, ну, 5 лайков. 5 лайков и новая серия выходит. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем до скорых встреч.